Севастополе в промышленную эксплуатацию введена система 112. Об этом в понедельник заявил глава департамента общественной безопасности Владимир Татарчук. На заседании правительства Севастополя чиновник рассказал, что подтверждение на ввод получено от представителя МЧС России и Федерального Минкомсвязи. Он отметил, что Минюст уже зарегистрировал соответствующий приказ. В этой связи требуется утверждение новой редакции устава государственного казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Севастополя», напомнил Татарчук. Напомним, что в августе прошлого года исполняющий обязанности директора «Единой дежурно-диспетчерской службы» Константин Ковалек сообщил, что севастопольская система экстренных вызовов 112 будет введена в промышленную эксплуатацию до конца 2018 года.